человек, с которым тоже я работаю переводчиком, которого тоже я считаю учителем, это Жильбер Рено, он психосоматикой занимается. И у него был семинар про депрессию. Он там рассказывал про депрессивных людей. И он обычно так все время веселится, он говорит, я сам депрессивный, там типа 20 лет был в депрессии, поэтому я очень хорошо понимаю, как эти люди себя чувствуют. Самое тяжелое депрессивному человеку показать, что депрессивный он не всегда. Потому что когда человек в депрессии, он обычно думает, что депрессия, ну если его спросить, там, а когда у тебя началась, он скажет, всегда была. Вот, а бывают моменты, когда ты ее не чувствуешь? Нет, я ее всегда чувствую. Потому что когда он вот в этой части депрессивной находится, ему кажется, что времени нет, он всегда, ему было так плохо, ничего хорошего не бывает. У него просто ресурса не хватает увидеть, что это не так. И самая главная задача – это показать, что у депрессии всегда есть начало, длительность и завершение. Просто обычно депрессивный человек, когда он выходит в нормальное состояние, он его не замечает. Ну, потому что оно же его не беспокоит, как бы, да, он себе живет и живет. Он замечает его только, когда он в депрессии уже. И, ну, соответственно, если вы этот отрезок вычислите, дальше уже довольно просто с точки зрения терапии. Нужно найти точку входа, понять, что там у него триггерит, то есть с чего он вдруг впадает в это состояние, ну и что-то с этим сделать. Как-то этот включатель триггера обработать, да, ну и типа вот как-то исправить.